Объединение территорий трех городов, бюджет, единая администрация и совет депутатов, а также реконструированные главные площади в Ивантеевке и Красноармейске. Социальная газификация и ремонт дорог – все эти и многие другие темы затронул в своем интервью Максим Красноцветов. По его словам, работа проделана большая, но в планах сделать еще больше. В частности, жителей 270 многоквартирных домов ждет долгожданный капитальный ремонт. Сейчас, в конце 2021 года, мы утвердили трехлетнюю программу капитального ремонта. В эту программу вошло 270 многоквартирных домов. В общей сложности порядка 340 видов работ, которые мы планируем в течение 3 лет выполнить на территории городского округа. Подобные эфиры Максим Красноцветов планирует проводить примерно раз в месяц.